сегодня мы поговорим о том, как должна выглядеть девушка, женщина в праздничные дни. Сегодня у нас в гостях модель, очаровательная девушка Алина, которая пришла с университета и хочет очень быстро навести красоту, и сегодня она собирается на праздничный новогодний вечер. Направление сегодняшней моды можно позиционировать так, что не стоит бояться объема. Объемные кудри, такие спадающие, это очень красиво, это очень женственно. Вот. И поэтому сейчас мы будем делать Алине объемную, красивую, женственную прическу. Хочу сказать, что в основу данного образа легли непосредственно только основные тенденции 2013 года. Это объемные формы, готичность в образе, начес, как ни странно, вот, легкие линии. Вот. В моде в этом сезоне 60-е, 70-е, 80-е годы. От 60-х мы взяли женственность этого образа. От 70-х легкость и воздушность. Вот. А от 80-х такие немного панковские и роковские мотивы. Вот. В макияже хотелось подчеркнуть и сделать акцент на губы. Вот. Но также, не забывая о готичности и о направлениях этого сезона, мы подчеркнули и глаза. Женщинам абсолютно не нужно бояться данного образа. Вот. Это очень модно, очень креативно, очень весело. Вот. Модель наша радуется и довольна данной прическе. И как дополнение может служить какой-то аксессуар. Это могут быть объемные сережки, какие-то брошки, шаль со стразами. Или, допустим, вот такой вот аксессуар, как вот данный обруч. То есть я его сейчас посажу непосредственно при вас. Как только мы украсили нашу прическу этим аксессуаром, вот, мы сразу получились в образе последних коллекций Dolce & Gabbana. Это придало нам женственность и лаконичность. Всегда рада приукрашать вас и преображать, делать вас еще красивее и счастливее. Прическа наша практически завершена. Мы делаем последние штрихи. Мы фиксируем волосы мягким спреем, и они ложатся такой красивой пеной на ее плечи. Всем женщинам я желаю быть чувственными, красивыми, любимыми и самыми счастливыми.